Император спит. Император спит. Император спит. Император спит. Кричал караул, а? Кто же кричал караул? Thank you.
Извольте отвечать, кто кричал «караул»! Отвечать, сударь, не увиливать, кто кричал «караул» в моем замке! Я жду ответа, кто возмог кричать «караул»! Не могу знать, ваше величество. Если до вечера, сударь, виновного не сыщете, то я вас всех сошлю туда, куда ворон гостей ваших не занесет, кричавшего в Сибирь пешком. Приказы по полкам! Постой! Дворцовую охрану в Сибирь! Пешком! Дурак! Полковник Желтухин. Полковник Полковники Жел. Поручики же жеребцов. Поручики же. Описка. Скорей! Приказ! Я? Я ошибся. Ошибся? Роспись.
проноканалия. Переписать. Каналия. Ну давай, скорее, иди, сеньор, живее, ах. Каналия. Вы кричали караул? Никак нет. Кричали караул. Вы? Что вы, что вы? Как можно? Почему назначен поручик Киже в караул? Для порядка, Ваше Величество. Дурак. Подать перо. Караул не назначать. Ваше Величество. Представить мне завтра на разводе. Что с тобой? Представить на разводе поручика Киже. Такого поручика в гвардии не существует. Это описка. Пойди, доложи императору. Какая мысль? Превосходная мысль. Как это она пришла тебе в голову? Караул кричал. Поручик Киже. Ага. Считать поручика Киже в живых. Ваше Величество все узнал. Караул кричал поручик Киже. А для чего кричал? Вольнодумец. Бить плетьми и в Сибирь пешком. В самом деле, любопытно я знать, кто кричал караул. И я тоже любопытно знать, кто это осмелился кричать? Караул. Беспременно его высекут. Высекут. Ой, это я его ущипнула. Ага, амурные новости. Покажи, как ты его щиплешь. Покажи.
Ой, не погубите. Заступите. Попросите Его Величества. Теперь они политично. А вы помолитесь об укрощении свирепости владыки. Мне всегда помогает. Молитесь. Господи, святится имя Твое, Господи, помилуй меня. Господи, спаси меня, отчаянный, достойный, Господи, святится имя Твое. Господи, помилуй меня, Господи, спаси и помилуй, Господи. Господи, спаси и помилуй, святится имя Твое. Арестантки же! Сядь! Арестант секретной фигуры не имеет. Связать его! Сто ударов! Атра! Барабанщик и два гренадера. По приказу Его Величества. Арестант секретной фигуры не имеет. Кругом! В Сибирь шагом марш! С тех пор, как ты стал графом, хуже бреешься. Зачем я расхватаюсь? Последняя французская мода. Мода. Мы сейчас все поправим. Император более не гневается. Ой. М?
Ваше Величество, есть у меня к вам великая просьба. Говори, душка сударыня. Все исполню. Я нынче весьма милостив. Ваше Величество, любопытно я знать, кто кричал караул? А кричал караул, сударыня, один вольнодумец, поручик же. И я этого поручика отправил в Сибирь пешком прогуляться. Ах, Ваше Величество! У вас нет таких верных слуг, как у поручика. Он скричал караул от нежных чувств, потому что моя Сундукова его... Караул! Вернусь немедля! Ваше Величество! Марш! Благодарю вас, Ваше. Ельник мой, ельник, чахлый мой берег, Люсеньки, люли, чахлый мой берег, по той дорожке мне к батюшке ехать. Люсеньки, люли, к батюшке ехать. Батюшки ехать, и пировать. Поет. Батюшки люли. Невероятное дело, дядюшка. Как же их вернуть, когда они в натуре не имеют? Исполнить приказ. Живо! Батюшки люли, чаши мои перед. По той дорожке мне к
братские, тетеньки, люли, мне братские. Дело государево. Никого. А ну-ка, ближе, еще. Где ваш арестант? Не могу знать. Кто ваш арестант? Не могу знать. Караулить у меня, чтобы не сбежал. Что не сбежал? Их благородие, о, барство, их благородие, господин арестант, водки требует. О, водки. Выдать водки, ветчины и всякую снедь. Батьке курносому, чтобы знал. Какой ты есть, мы тебя не знаем, окромя что плешивый, курносый, курносый да злой. И за царя не почитаем вовсе. Известно, что ты подмененный.
а которые и тому не верят, а говорят еще, что и вовсе царя нет. Господин фон дер Пален, курнос я? Что вы? Что вы, ваше величество? У вас нос ровный и длинный, ваше величество. Врете, сударь? Сударь, льстец, нос и впрямь курносый. Так точно, ваше величество, курносый. Thank you.
фигуры не имеет. Полковника Киже вернуть немедля. Оно ужинает. Ужинает? Так точно. Оно ужинает? Угу. Так точно. У государства дурной вид. Государство скучает без верных слуг. Что у меня? Что? Оно действительно... Курнос. Слушай, караул! Государству нужен преданный караул. Караул, караул, караул. Поручик Киже. Нет, полковника. Полковника Киже бессменно мой личный караул. Полковник. Нет, генерал. Генерал. Генерал Киже службу знает и государство спасет. Он будет командовать армией. Спира. Два. Ах, трамвай, прохожий, зеленый от утра. До утра, кто на двор, кто со двора. Кто на двор, кто со двора. Поцелуемся, душка. Виноват.
Осторожно. Служите. Да, милорд, да, да, два, ра. Вам в дорогу. По приказу его величества, будьте здоровы. Дядюшка привез полковника Киева же. Очень рад, господин полковник, очень рад. Надо представиться императору. Не угодно ли стакан лафитов? Доложи императору, что полковник измучен дорогой. Скоро явится. Ваше Величество, привез полковника Ки... Же. Он, Ваше Величество... Отдыхает. Мы вылечим
выдадим вас замуж за полковника Киже. Венчать немедля. А, как же, помню, полковник Киже, он родственник Алсуфьеву? Нет, граф, полковник Киже из Франции, эмигрант. Император говорил, дивизии Киже утруждать нельзя. Он потребен на важнейшее. Где же он? Приказ императора, чтобы жених не присутствовал. Жених секретный, фигуры не имеет. Начинайте. Ну, начинайте же. Обещался ли другому мужу? Нет. Не обещался ли другой жене? Thank you.
по указу Его Императорского Величества, государя-императора Всероссийского Павла I, наследного герцога Голстинского и прочие, 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 сим высочайше жалуется господину гвардии, полковнику и кавалеру Киже 3000 дворов из государственных крестьян. Одновременно с сим Его Императорское Величество повелеть соизволил онного полковника гвардии Киже произвесть генерал-майоры. Ах, такой невидный ты уже генерал. Что? Что? Он такой скромный. Он тихий. Государь ему очень доволен. Генерал, поздравляю. Я генеральша. Вот. Да, я генеральша. Руки сжал и обнял, так что вырваться не сил. О, ма белле демуазель! Ухватил, уронил и едва не задушил. О, ма белле демуазель! Пожаловали. 3000 дворов. Пожаловали. Да-да-да-да. Это игра. Надо знать. Чтобы не больно.
Я пришел поздравить полковника. Ты же... Генерала Киже назначаю командующим всеми армиями моего величества. Генералу Киже явиться незамедля. Ну что? Разрешите? Позвольте. Дороги! Не угодно ли стакан лафиту, а? Где генерал Киже? Генерал? Генерал убит? Что это значит? Ваше Величество, я... всюду ищу генерала Киже. Что это значит, Ваше Величество? Чтобы не марать мундира, я снял его. Вы знаете службу? Возьмите. Да, но где же генерал? Генерал, ваше величество, опасно заболел. Пришлось отправить его в госпиталь. Лечить и вылечить немедленно.
Лейб-медика. Госпиталь. Так в госпиталь. Может быть, и вылечит. И фигура не имеет. Случай сомнительный. Поставить промывательный. Клещир побольше. Нет, поменьше. Генерал фон Киже. Какой странный больной. Генерал фон Киже волею Божию скончался. Именем Его Величества хоронить генерала Киже во всем параде. У моего величества болеют верные слуги. Государство в опасности. Ваше Величество, генерал Киже волею Божию скончался. Thank you.
умираю. Лучшие люди. Я желаю, чтоб финансы моей империи даром не пропадали. Принести, сударь, немедля казенные деньги, что у генерала Киже остались. Ваше Величество, генерал Киже деньги проел. Откуда, сударь, знаешь? А? Я открыл, Ваше Величество, и... Принести сюда казенный сундук. Сударь, за открытие злодеяния жалую генерал. Генерала Киже разжаловать! Ваше Величество, генерал Киже покойник. Живой или покойник? Он генерал, пока я того желаю. Покойника Киже в полковнике. Стой! Поручики! Стой! Рядовые! Стой! Стой! Похороны остановить! Хоронить, как рядового!
покойника Киже! За Русь! Стойте! Полковника Киже, покойники! Да-да-да-да, поручики! Что? В родовые! Душа моя, я полный генерал. Сегодня у меня самый верный слуга проворовался. Впрочем, всегда был вольнодумец. Караул, кричал. Ты. Да. Нелегкое дело управлять государством. А? Император.